Не все знают, куда пропали маски, хотя театру в этом году уже 20 лет. Как появился театр и как маски заговорили? Вот время летит. Вроде недавно. У нас никогда не было своего дома. Мы жили как цыгане. Мы куда приезжали на гастроли, там репетировали эти декорации. Декораций не было. Мы играли на чистой сцене, чистое искусство. Вот. А потом вдруг раз появилась идея у города предоставить нам театр. Это так неожиданно и так приятно. Ну, хорошее событие. И город нам передал в руки бывший кинотеатр «Дружба», и мы с головой ушли в создание репертуара, в ремонт театра. Мы перекрывали крышу, мы выкладывали здесь плиточку, мы меняли канализацию, устанавливали сцену, кондиционеры, одежду сцены. И это все продолжается, это до сих пор продолжается. Вообще маски никуда не уходили, между прочим, как говорят в Одессе, не дождетесь. Так как же они все-таки заговорили, эти персонажи? Ой, это еще в 99-м году первую пьесу я написал, «Ромео и Джульетта», и никто не верил. Ну, это не то, что у Шекспира, у меня смешнее получилось. Вот. И честно говоря, ребята не очень-то доверяли, и мы с Комаром сыграли вот несколько фрагментов из этого спектакля. «Встречу на балу», «Свидание на кладбище» и «На балконе свидание» тоже. Вот. И все вдруг сказали: блин, надо делать обязательно, это очень смешно. И вот с этого началось. Вот сделали сперва «Ромео и Джульетту», а дальше пошли «Отелло», «Дон Жуан», «Евреи», «Евредика» и «Моцарт и Сальери», про которые мы говорили. Но, между прочим, на 7 октября я планирую премьеру, и мы обязательно сыграем и этот спектакль в театре «Маски», «Моцарт и Сальери». И там Вадик Бессараб согласился музыканта сыграть, Бетховена, а этот Валера Швейцар будет играть Сальери. Ну, в общем, ладно, не буду рассказывать, увидите. Переписать Шекспира, это просто класс. А кого бы еще хотелось переписать? А я не, между прочим, Шекспира, это не он придумал «Ромео и Джульетта». Этот сюжет был известен за 200 лет до появления Шекспира. Просто он тюнинговал очень талантливо. Я надеюсь, что я тоже тюнинговал талантливо, потому что все наши дети, подрастая, они посмотрели нашу пьесу, потом пришли домой, перечитали Шекспира и сказали, что у Барского смешнее.